Всем привет, с вами Роман Раскольников. Я играю в игру под названием «Спор. Галактические приключения», то есть «Космические приключения». Так, сегодня я буду еще одно приключение проходить, стандартное. Так, уже третье по счету. Так, «Гонка Небе-Неме». Че, серьезно будут ли гонки? Гонщик. Похоже, реально гонки будут. Прикольно. Так подождите, а машиной-то там управлять нельзя, как персонажем я управляю. Машиной-то я мышкой только управлял. Как стратегии. А, пешком. Понятно, пешком придется бежать. Так, ты участвуешь в гонке Небе-Неме 500. Найди кратчайший путь к финишу. Ищи, где можно срезать путь. Вперед, вперед, вперед. А куда? А, я знаю, кто срезал путь. Я знаю, где можно было срезать путь. Так. Я застрял. А дальше-то чё? Прыжок только. Я наоборот дальше всех теперь бегу. Найти кратчайшую дорогу к финишу. Путь можно срезать. Знать бы мне вообще, где финиш находится. Да, только прибежал последний. Поздравляем, ты заканчиваешь гонку в числе выживших. Теперь посмотри свой результат. Давайте еще раз, я хочу первым прибежать. Но вот этот срежет. А, вот вы где срезаете. Так, если повезет, то...
Блин, я не долечу. Могло бы повезти. А я точно правильно бегу? Да-да-да, я правильно бегу. Я вроде уже первый должен прибежать. Надеюсь на это. Наконец-то я первый побежал. Со второго раза. Можно было за минуту 30 пробежать, если бы я долетел до последнего прыжка. Даже меньше, скорее всего, потратил бы времени. Ну ладно, на этом тогда все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Роман Раскольников. До встречи в следующих видео. Всем пока!